Всем здравствуйте, меня зовут Смирнов Антон Игоревич, я онколог-мамолог маммологического центра МКНЦ имени Логинова. Октябрь – это тот месяц, когда во всем мире проходят события борьбы против рака молочной железы и осведомленности об этом заболевании. Отличительным знаком этого месяца является розовая лента. К сожалению, рак молочной железы занимает лидирующие позиции в мире. Но, к счастью, эта опухоль хорошо изучена, поэтому на начальных этапах формирования этой опухоли она хорошо поддается лечению. Поэтому очень важна ранняя диагностика, которая включает в себя самообследование, оно проводится один раз в месяц, и в зависимости от возраста это рентгеновская маммография, либо ультразвуковое исследование. В маммологическом центре МКНЦ имени Логинова созданы все условия для грамотного обследования и лечения пациента с диагнозом рак молочной железы. Теперь в нашем центре появилась возможность проводить МРТ молочной железы с контрастированием в тех случаях, когда обычная маммография или УЗИ не позволяют точно поставить диагноз. Также набирающий популярность метод вакуум-аспирационной биопсии, который проводится для диагностики и оперативного лечения доброкачественных образований молочной железы с помощью прокола, то есть операция без единого разреза. Уважаемые пациенты, если вы при самостоятельном обследовании обнаружили образование в молочной железе, не паникуйте, не лезьте в интернет, не ставьте себе диагнозы, а лучше обратитесь к нам, филиалы по адресу шоссе энтузиастов или улица Академика Павлова, где мы вас будем ждать.